Эх, у меня очень плохо по няшкам. Мне срочно их нужно уложить в кровать, а мебели у меня нет. У меня что-то происходит, я не понимаю, у меня куда-то вся мебель исчезает, как только я выхожу из игры. Это очень-очень странно. Ставлю срочно кровать и укладываю всех спать. Ай, мамочки, Леди Баг, уже плохо. Девочка, подожди, милашка моя. Сюда, в кроватку. Что происходит с виноградинкой? Она тоже хочет спать. Ай-яй-яй. Ой, как же сложно ухаживать за всеми поняшками одновременно. Ой, кошмар, какой ужас. Сколько брокколи. А, ну вот, держи, суперкот. Ну вот, немножечко успокоились. А кто-то у меня еще на улице находится. Сейчас посмотрим, ребята. Там у меня, по-моему, две поняшки. Где вы, дорогие мои? Ага, мы тут уже очень-очень замерзли, почему-то так долго. Простите, мои дорогие, вас так много, я не успеваю за всеми ухаживать. Мячик, а я посмотрю, как там моя Хлоя и Леди Баг. Они тоже совершенно не веселые. Придется их тоже повеселить немножечко. Ой, а где погремушка? Куда делась погремушка? Вот, придется их тоже повеселить. Ну вот, уже полегче. Мои поняшки развеселились. Хлоя, посмотри, какая у меня погремушка. Что-то совсем не весело. Вы знаете, дорогие мои, в доме происходят какие-то странности. Вся мебель куда-то исчезает, когда мы уходим из дома. Я не понимаю, если честно, что происходит. Но сегодня мы с кем-нибудь из вас отправимся на поиски следов. Что это за предмет? Интересно. Ребята, а у вас есть мысли? Чья это, которую я им оставляла, они ее все съели и все равно все голодные. Так, спасибо вам за ваши комментарии. Простили суперкота. И вот такой красивый суперкот у нас получился. Очень красивый, стильный. Такой маленький. Он теперь меньше всех в нашем доме. Ой-ой-ой, мамочки. И не забудьте помочь нам разгадать эту тайну. Чей же это предмет был на улице? Всем пока-пока, ребята.